И в завершении выпуска. Улица Свердлова города Якутска находится почти в центре столицы республики. Однако на центральную она не похожа. Там отсутствуют тротуары, нормальное дорожное покрытие на некоторых участках улицы, да и автобусные остановки там не оборудованы должным образом. В сложившейся ситуации постарался разобраться наш корреспондент Лев Нетесов. 3 года назад администрацию Якутска обязали решить проблему несоответствия автобусных остановок на улице Свердлова. Нет дорожных карманов для заезда транспорта, не оборудованы павильоны для ожидания и пешеходные переходы. Городской суд также постановил, что столичные власти должны отремонтировать в этом районе полкилометра дороги и обустроить тротуары. Сейчас 2016 год, по истечении от 3 лет, да, то есть обустройство остановок не произведено, тротуары не обустроены по улице Свердлова. Таким образом, решение суда как бы еще не выполнено. Особенность улицы Свердлова в том, что напротив автобусной остановки находится республиканская глазная больница. Пациенты иногда не могут дойти до медучреждения. Большая часть центральных улиц Якутска обустроена переходами для людей с нарушением зрения. На Свердлова нет даже обычной зебры. Проблемами создает название автобусной остановки. Наша остановка называется Свердлова, а следующая остановка называется по-старому Глазная. Очень много людей, проезжая нашу остановку Свердлова, выходит на Глазной, и им приходится возвращаться назад. На прошлой неделе столичное ГИБДД внесло представление в администрацию Якутска об устранении выявленных нарушений. Единственный вопрос – будут ли городские власти решать проблему автобусных остановок на Свердлова, если даже спустя 3 года после решения суда ничего не сделано. Остается надеяться, что чиновники вспомнят о пациентах глазной больницы, которые иной раз не могут получить помощь врачей из-за необорудованных переходов. Лев Нетесов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.